И в мире тысячи путей и тысячи дорог. И едет, едет по своей Никита Моргунок. Бредет в оглоблях серый конь под расписной дугой, и крепко стянута супонь хозяйскою рукой. Дегтярку сзади привязал, засунул кнуту ног, как будто в город на базар собрался Моргунок. Умытый в бане заряжен, в пиджак и сапоги, как будто в гости едет он к родне на пироги. И двор далеко за спиной, бегут вперед столбы, ни хаты не видать родной, ни крыши, ни трубы. По ветру тянется дымок с ольхового куста. «Прощайте», — пишет Моргунок, — «отцовские места». А народы наши живут обещаниями и верят, верят до упаду, верят, что потомкам будет легче, падают и снова верят, что потомкам будет легче, и снова падают, и снова верят. Да когда же закончится это белкино колесо, друзья? Или так и будем падать, верить, что якобы какие-то там дальше поколения, которые идут за нами, наши внуки, будут жить хуже? Да нет, если мы с вами не сделали жизнь лучше для нас с вами, то как она может стать лучше для наших внуков? Да никак, потому что мы этого не сделали. Думайте, люди. Если, друзья, у кого-то и были из вас хорошие мысли о том, что экономика снова налаживается в российском секторе, что все иностранные заводы, которые ушли, возможно, смогут вернуться в ближайшее время. Да, конечно, это хорошие мысли, это надежда на будущее, это, скажем, розовые очки с амурчиками у вас на глазах. Уж такая розовота, что даже до тошноты. Конечно, разве в это можно было верить? Нет, друзья, такого вообще не может быть. Раз уж началось, значит, понятно, что началось. И никто не вернется в Россию. Все только больше и больше убегают. А то, что пишет российская пресса, не верьте, всего этого не существует. Toyota закрывает завод в России и увольняет всех работников. ООО Toyota Motor, российское подразделение автоконцерна Toyota, полностью прекратит производство автомобилей на своем заводе в Петербурге. Компания сохранит послепродажное обслуживание автомобилей Toyota и Lexus, а также поддержку дилерской сети. Компания Toyota Motor закрывает сборочную площадку в Санкт-Петербурге. При этом она обеспечит выполнение всех социальных обязательств перед коллективом, а также значительные дополнительные компенсационные выплаты, отметили так в ведомстве. Теперь Минпромторг и правительство Санкт-Петербурга определят, что делать с закрытым заводом и законсервированным оборудованием. Власти и компания рассматривают вариант продажи активов. Однако автомобили Toyota там больше выпускаться не будут. Компания собирается нормально расстаться с сотрудниками завода в Петербурге и могут выплатить от 12 окладов при увольнении. Это где это такое выплачивали? 12 окладов при увольнении, то есть за год вперед им выплатят. Честная, правильная компания, не то что россиянские. На фоне российского вторжения в Украину и его экономических последствий Toyota в марте приостановила поставки в Россию и работу завода в Петербурге. Тогда компания предполагала, что не уйдет с российского рынка. Но, однако, теперь признает, что наладить регулярные поставки комплектующих невозможно. Поэтому локальное производство все же придется закрыть. Российский завод Toyota в Санкт-Петербурге работал с 2007 года и выпускал 100 тысяч автомобилей в год. Компания заключила специальный инвестиционный контракт с Минпромторгом, в рамках которого в стране собирали кроссоверы
RAV4 и седаны Camry. А теперь все это будет уже в утилизации. То есть, что бы вам ни сказали, понятно, друзья, все компании закроются. Ни одна компания не сможет жить в таких условиях, в которых она сейчас существует. Компания любая, они просто... Вы понимаете, что если закроют железный занавес, а его уже закрывают, его уже начали закрывать, то как компания будет поставлять продукцию? Как компания что-то может обещать своим работникам? Или сервис какой обеспечивать? Ничего этого не будет. То есть пока компания делает все, чтобы дать какие-то обещания с тем, что они не просто уходят, а с тем, что они будут помогать и дальше. Однако же, судя по обстановке, которая складывается с каждым днем все круче и круче, компании придется полностью уйти. И никаких запчастей поставляться не будет. И никакого сервиса. И сервис весь тоже будет сходить на нет. Я Таня Карацова, Сеид Бурхан.